Ну что ж, погнали на рейдик. Погнали на рейдик. Надеюсь, не громко музыка, ребят. Надеюсь, не громко. Это музыка не громкая. Так, ну что ж. У него там вроде нет, да? Да, вроде нету. Здесь пусто. Мне мотор выпал на разрушитель. Поздравляю тебя. Спасибо, спасибо за подписки. А, я думал, что это такое-то. Там еще есть песенки. А, ну давай. Вау, нифига ты закинул песенок. Погнали. Кстати, по YouTube Music все-таки лучше гораздо находится все. Надеюсь, она? О. Привет, Оля. Привет всем. Да, кстати, да, по YouTube Music, наверное, теперь буду искать, нежели по самому YouTube. О, изолента, супер. Так, что тут есть? Не буду брать. В принципе, у нас пока этого хватает. Так, вот это возьмем обязательно. О, я лучше возьму вот это еще тоже. Ладно, как вариант еще это забрать. О, кладезь всего и вся. Надо еще отнести. Когда у тебя все есть, не знаю, ребят. Ну, готовиться к разным событиям в будущем. Все равно по-любому там что-то будет потом улучшаться, добавляться. Советую, конечно, этим заняться в первую очередь. Так, привет, Эндрю Гарфилд. Так, что там по нового по событиям? По событиям вроде особо ничего нету. Только полицейский участок будет 23 сентября у нас, потом собаковод. А пока испытания коммуны, рыболовный турнир, лаборатория в порту и разбившийся корабль. Так, я бы вот это тоже все забрал бы. Вот так, да, наверное. Отсюда вам нет, нафиг все уже не нужно особо. Так. Большая охота будет? Ну хорошо, мне некоторые почему-то не высвечиваются, не знаю почему. Но надеюсь, это будет исправлено в будущем. А, вот, еще тут есть. Можно сломать тогда эти. Ну и все, в принципе. Ладно, погнали отсюда. Ну я большую охоту не прохожу на стримах, ребят. Ну вообще не прохожу.